собирают веточки на строительство гнезда, судя по всему. Интересная жизнь. Они, походу, еще питаются здесь, на этом дереве, на этих деревьях. Вообще-то это сафора японская, плоды ее для людей вообще на все ядовитое это дерево. Но скворцы, очевидно, выбирают это дерево, потому что оно для них безвредно. А известно, что многие ядовитые растения безвредны для определенных видов. Вот, например, трава болиголова безвредна для скворцов. Вот, очевидно, сафора японская. Тоже здешние алкалоиды, вот эти вот яды, которые содержатся в растении, им не приносят вреда. Наверное, они еще... О, сколько птиц! Собирают ветки. Птички, не улетайте, я вас снимаю. Если вы хорошо разбираетесь в птицах, напишите, пожалуйста, как вы думаете, чем конкретно они заняты. Смотрите, они прямо везде, на всех деревьях.
сидят, независимо от их вида. Вот это дерево какое занятое птицами. Ну, здесь не одно дерево, конечно. Переговаривается.